В обстановке, когда целые острова превратились в стихийные лагеря и, по сути, погрузились в хаос, в Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы. За лидерство борются сразу 19 политических объединений, но фаворитов гонки два. Это коалиция радикальных левых, которую возглавляет бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас, и правоцентристская партия «Новая демократия» во главе с Вангелисом Мимаракисом. Разрыв между соперниками минимальный. Связано это с тем, что и левые, и правые обещают строго соблюдать жесткие условия кредитной программы Евросоюза, принятие которой как раз и стоило премьерского поста Ципрасу. Победители получат право на формирование правительства. Интриги добавляет тот факт, что около 15% греков сказали, что не могут определиться. Но голосовать им все равно придется. По Конституции за уклонение от участия в выборах без уважительной причины можно сесть в тюрьму.